В настоящий момент школа поселка Василькова является динамично развивающимся образовательным учреждением, многократным победителем различных конкурсов и соревнований, а педагогический состав регулярно участвует в различных экспериментальных программах. Вот, например, с того момента, как в нашем поселке начали образовываться пробки по дороге в Гурьевск, нашим учителям пришлось пересесть на велосипеды. На территории школы гордо развивается флаг России и флаг Василькова. Напротив школы можно заметить три новостройки. И представьте, если в каждой квартире в семье будет хотя бы по одному ребенку, то в скором времени школа просто лопнет. Стены нашей школы украшали такие известные люди, как мастера Стахорский из Калининграда и мастера Волобуевы из 6 Б-класса. Васильковская школа заботится о своих выпускниках, поэтому в коридоре нашей школы можно увидеть плакаты для тех, кто хочет продолжить учиться и в будущем выбрать достойную профессию, и для тех, кто уже более-менее определился. Что интересного в нашей школе? Где провести интересно внеучебное время? Когда пригодятся полученные знания? Именно на эти вопросы отвечает команда «По что, где, когда» Dreams, которая занимает призовые места на международном уровне. Однажды одному участнику этой команды на контрольной по математике достался второй вариант, но он решал первый, потому что он легче. 1-0 в пользу знатоков. Состав учеников нашей школы составляет множество активистов военно-патриотического клуба «Десантник» и волонтерского отряда «Искра». Наша школа гордится своими выпускниками, ведь ее окончили такие люди, как футболист Криштиану Роналду, актер Роберт Дауни-младший, певица Бейонс и врунишка Костик, который делал это видео. Наш 11 А-класс дружный, шумный, активный. Мы традиционно всем классам отмечали дни рождения, Новый год, День славянской письменности и культуры, и даже день селедки и день сурка. А любимая игра нашего класса – это мафия. Именно поэтому на уроках частенько город засыпает. Уроки в нашей школе проходят настолько увлекательно, что желающим на них попасть ну просто не всегда хватает места в классе. Но в самой школе места хватит каждому. Школа поселка Василькова. Простор для каждого.